Коллеги, всем доброе утро. Меня зовут Мария Слесаревская. Сегодня я расскажу вам и познакомлю вас с курортом «Русский сезон и пересвет». Подскажите, пожалуйста, напишите в чате, как меня видно, хорошо ли меня слышно. Перед тем, как начать, да, проверим немножко наше соединение. Вижу, что все хорошо. Итак, коллеги, еще раз доброе утро. Рада вас приветствовать здесь у нас в русский сезон и курорт «Пересвет». Скажите, пожалуйста, среди участников, много ли тех, кто уже с нами знаком? Поставьте, пожалуйста, плюсики, те, кто знает наш курорт, те, кто бывали, те, кто про нас слышали. Может быть, кто-то уже проводил мероприятие или привозил сюда своих гостей. Ну, итак, давайте, наверное, я начну с знакомства. Были, очень понравилось. Очень рады, ждем вас снова. Сейчас расскажу о том, что вас ждет в зимнее время года в Пересвете, что вас ждет во время Нового года. Давайте начнем нашу презентацию. Итак, русский сезон и курорт «Пересвет». Это огромный подмосковный курорт, который расположился на 72 гектарах с огромной лесной территорией. Сейчас мы с вами постепенно перейдем к карте курорта. Я вам покажу, что есть на нашей территории. Сейчас на картинке вы можете видеть прекрасный вид, наш зимний пейзаж. Итак. Повторюсь для тех, кто только присоединился. Меня зовут Мария Слесаревская. Я арт-директор курорта. На курорте я отвечаю за всю развлекательную часть, за рекламу и, соответственно, за досуг наших прекрасных гостей. Познакомимся с нашим курортом чуть-чуть поближе. Итак, почему русский сезон и курорт «Пересвет» стоит выбрать для отдыха в Подмосковье? Ну, начнем с того, что до нас очень удобно добираться. Как видите, на карте есть разные варианты маршрутов. Мы находимся в 15 километрах от Сергиева Посада. Из Москвы, от Москвы до нас всего лишь 71 километр. Добраться к нам можно по Ярославскому шоссе. На автомобиле дорога займет примерно час 30, час 40. Также можно добраться до нас на поезде, на скоростной ласточке. Дорога занимает порядка часа 10. И также, самое интересное, до нас можно добраться на вертолетах. У нас есть вертолетные площадки, у нас эксклюзивный договор с хелипортом, поэтому для наших гостей мы можем организовать приезд к нам на вертолетах. Как раз сегодня, открою вам маленькую тайну, у нас проходит мероприятие, и гости будут прилетать к нам на вертолетах. Также мы удобно располагаемся от основных аэропортов, от Шереметьево, Внуково и Домодедово, ну, от Жуковского тоже, поэтому очень удобно до нас добираться тем, кто прилетает к нам из других регионов или даже стран. Ну, давайте подробнее познакомимся с нашим курортом. Итак, перед вами карта нашего курорта. Как видите, у нас очень-очень богатая инфраструктура. Обращаю ваше внимание, что на нашей территории находится на данный момент 5 отелей. К Новому году будет 6 отелей. И также коттеджный поселок. Давайте, наверное, чтобы познакомиться визуально чуть-чуть поподробнее, покажу вам видео нашего курорта. Прямо одну минуточку. Thank you.
Так, коллеги, давайте еще раз проверим, как меня видно, хорошо ли меня слышно. Подскажите, пожалуйста. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, если хорошо меня видите и слышите. Большое спасибо за обратную связь. Итак, возвращаясь к карте нашего курорта. Как видите, зимой курорт наш не менее прекрасный, чем летом, да, как это изображено на карте. Немножко расскажу еще про наши территории. Итак, у нас на территории, как я уже говорила, на данный момент располагается 5 отелей и коттеджный поселок. К Новому году будет расширение коттеджного поселка и откроется еще один отель. Также на территории нашего курорта находятся два ресторана авторской кухни. Это ресторан «Арена» и ресторан «Изба». И также шотландский паб «Белл Хевен» с настоящими стаутами, элями. Но об этом расскажу чуточку попозже. Также на нашей территории находится комплекс бассейнов, открытых и закрытых, спа-комплекс, собственный сафари-парк с зоной естественного выгула животных, естественная среда обитания, где у нас живут олени, яки, моралы, и также зоны контактного зоопарка, где с животными можно пообщаться, где животных можно покормить, пофотографироваться, ну, в общем, здорово провести там время. Также наш курорт богат спортивной инфраструктурой. На курорте представлено 28 видов спорта. У нас из активности присутствует серф-волна. Абсолютно каждого гостя мы научим стоять на волне всего за 30 минут. Ну, тоже о наших активностях подробнее еще расскажу. И, конечно же, самый главный вопрос – зачем зимой в Пересвет? Зачем новогодние праздники в Пересвет? Итак, начинаю знакомить вас с нашими зимними активностями и с нашей новогодней программой. Итак, в этот Новый год наших гостей будут радовать прекрасная певица Натали и известный стендап-комик Гурам Амарян. Обращаю ваше внимание, что для всех агентств, которые сейчас находятся в эфире, пожалуйста, оставляйте свои почты. Мы специально для вас в рамках этого эфира подготовили повышенные комиссии для вас, для агентств, для туроператоров на новогодние праздники. Поэтому все условия мы вышлем вам на почту. Пожалуйста, оставляйте свои почты. Вот. И обращаем ваше внимание, что Новый год – празднование новогодней ночи, проживание с 31 декабря по 3 января у нас начинается от 57 100 рублей на двоих гостей. Итак, давайте поподробнее, да, будем уже рассказывать, что же еще будет ждать наших гостей в эти праздники. Прямо одну минуточку.
Итак, наш основной банкет, главной площадкой новогодней ночи станет наш прекрасный ресторан «Арена», который у нас украшен 4500 лампочек. У нас в этом ресторане, соответственно, будет выступать и Натали, и Гурам. Будет обширная развлекательная программа с ведущим, будет выступать кавер-группа, будут акробатические шоу «Дед Мороз» и «Снегурочка». Конечно же, для всех гостей будет салют. Ну и самое главное, что те родители, которые хотят со своими детками провести новогоднюю ночь раздельно, по интересам, так сказать, мы подготовили для всех наших деток эксклюзивную пижамную вечеринку. Я прошу прощения, эксклюзивную пижамную вечеринку, которая будет проходить в нашей детской комнате до 3 часов утра. Там будет кэнди-бар, там будут наши замечательные аниматоры, которые ваших деток возьмут на себя, которые им, для них сделают тоже эту новогоднюю ночь волшебной и неповторимой. И мы уверены, что им обязательно все понравится. Также очень хотела бы познакомить вас с нашим рестораном «Изба». В новогоднюю ночь он функционировать не будет, но во время новогодних праздников тут можно будет покушать по системе а-ля карт. Здесь у нас традиционная русская кухня в современной интерпретации, одно из самых любимых мест наших гостей. Особенно интересно оно тем, что находится на 5-м этаже, это последний этаж нашего конгресс-отеля, и имеет панорамную террасу. Вокруг всего ресторана можно выйти, полюбоваться прекрасными видами. И также находится она, этот ресторан, в непосредственной близости от нашей панорамной террасы. На видео вы как раз видели панорамную террасу на крыше, панорамную беседку. Она у нас круглогодичная, отапливаемая. За 45 минут ее можно прогреть до необходимой температуры. Ну и, конечно же, рада вас познакомить с нашим шотландским пабом Well Heaven. Мы стали в конце прошлого года первыми в России, кто открыл паб под маркой Well Heaven. Официально, мы официальные представители паба Well Heaven, где мы наших гостей угощаем самыми вкусными стаутами, лагерами, элями, где у нас традиционное меню шотландских и английских пабов. Здесь же у нас боулинг на 4 дорожки, здесь же у нас 3 бильярдных стола, 2 из которых американский пул и 1 русский бильярд. Здесь у нас во время новогодних праздников ежедневно будет выступать электрогитарист. Очень веселая атмосфера всегда у нас в пабе. Работает он ежедневно с часу дня до часу ночи. Здесь в пабе также будет проходить празднование новогодней ночи. Здесь гостей будет радовать выступление кавер-группы, будет диджей с дискотекой, также салют. Конечно же, поздравления нашего президента. И новогодняя ночь здесь будет проходить до 3 часов утра. Рада познакомить вас со следующей площадкой нашей, где также будет проходить новогодняя ночь. Это наше чудесное караоке. Преимущество нашего караоке в том, что это специальное помещение, которое обустроено именно под караоке. Оно имеет все необходимое профессиональное оборудование, система АСТ-50. Мы постоянно прокачиваем ее, поэтому у нас есть все самые последние новинки и хиты. И наши гости исполняют все свои любимые песни. Здесь прекрасная звукоизоляция, поэтому гости не мешают другим кому-то отдыхать, ну и, соответственно, могут гулять до утра абсолютно без ограничений по времени. Вместимость нашего караоке до 50 человек. Диджей профессиональный также всегда присутствует в караоке. И в новогоднюю ночь здесь также будет, повторюсь, у нас празднование новогодней ночи. Здесь у нас также будет и Дед Мороз со Снегурочкой, и фуршет. Вот. И, соответственно, формат караоке будет, можно будет исполнять свои любимые хиты. Также в празднике мы будем радовать вас нашими спа-программами. У нас обширная очень спа в нашем, на нашем курорте. Итак, что же у нас есть? Комплексы открытых и закрытых бассейнов. Есть большой спортивный бассейн 25 метров.
что в зимнее время особенно актуально хочется купаться. Там большие красивые видовые окна с видом на прекрасные пейзажи, на заснеженный лес. Прекрасная термальная зона с акватоником и купелями у нас. Три банных комплекса. Это отдельные апартаменты, которые можно арендовать для компании, чтобы отдохнуть там компаниями, заказать там программу парения от наших парместеров. Кедровые бочки, жемчужные ванны, душ, шарко, крио-сауны. Ну и, конечно же, у нас на курорте эксклюзив. Все спа-процедуры у нас проходят на английской косметике Elemis. Это косметика премиум бренда. Все наши специалисты прошли обучение, имеют специальные сертификаты. Также на территории нашего курорта можно приобрести продукцию компании Elemis. Ну и для тех, кто хочет немножко поправить здоровье, у нас есть целый отдельный блок у СПА. Это оздоровительный центр. Переходим дальше к знакомству с нашим курортом. Ну и, конечно же, поподробнее расскажу про наш банный комплекс «Жар-птицы». Это прекрасное место, где есть отдельная зона сеновала после парения, можно провести время на сене, прямо как в детстве. Прекрасные холодные и горячие купели для тех, кто после парения в бане хочет окунуться и такой контрастный для себя, немножко контрастную процедуру провести. По наполнению банных апартаментов и банного комплекса у нас есть русская парная, хамам и финская парная. Ну и, конечно же, что очень нравится нашим гостям, мы практикуем концепцию ночных бань. То есть мы банный комплекс закрываем для наших гостей в ночное время, устраиваем там парение. В зоне сеновала туда приходит наш повар, готовит разные интересные блюда для наших гостей. Там проводятся разные тематические вечеринки, поэтому приглашаем вас. Также, дорогие гости нашего вебинара, я бы хотела обратить внимание, что сегодня у нас будет розыгрыш. Мы будем разыгрывать сертификат на проживание на 3 дня и 2 ночи. Поэтому попрошу вас быть очень внимательными. Дальше буду рассказывать много разной интересной информации, которую стоит запомнить, потому что там будет скрыт ответ на вопрос, который мы увидим в конце презентации. Кто первый на этот вопрос в чате ответит, получит от нас приз. Это, повторюсь, проживание на 3 дня и 2 ночи у нас на курорте. Во время новогоднего заезда вижу вопрос, какие услуги включены в стоимость, какие за дополнительную плату. Во время новогоднего заезда в стоимость проживания входят завтраки, обеды и ужины, вся развлекательная программа, празднование новогодней ночи, включая банкет, посещение бассейнов до 7 часов вечера, после 7 часов вечера за дополнительную стоимость, услуги Wi-Fi. У нас бесплатная парковка на 500 машин и мест, поэтому у нас очень-очень большая вместимость, что, конечно же, удобно. И, соответственно, все дополнительные услуги, касающиеся развлечений, я имею в виду, пункт проката, ресторан а-ля карт, если захотите ими пользоваться, процедуры в СПА, это все за дополнительную денежку. Итак, переходим, почему же стоит приехать к нам на новогодние праздники, что вас ждет и какую программу мы для вас приготовили. Во время новогоднего заезда у нас будут анимационные программы для всей семьи с самого утра до позднего вечера. Во время наших новогодних праздников у нас будут 2 детские елки. Первая состоится 1 января для всех деток курорта, и вторая состоится 7 января в Рождество, также для всех деток курорта. Новогодняя пижамная вечеринка для деток с кэнди-баром будет, как я уже говорила. Большое количество ежедневных творческих, кулинарных мастер-классов, поисковых квестов по территории, спортивные школы, школа юного хоккеиста, школа юного футболиста, школа юного волейболиста, баскетболиста. У нас на территории работают профессиональные спортсмены, тренера, и можно своего ребенка или самим взрослым, если это тоже интересно, пойти к нам в школу, школы спорта, так называемые,
и, соответственно, научиться. Мы рады будем видеть всех гостей, даже если вы не умеете кататься на коньках, но хотите очень сильно научиться, то наши тренера с удовольствием вас поставят на коньки, научат вас, расскажут вам о секретах, о технике, ну и, соответственно, не только тренеры по хоккею и конькам, но и также остальные наши тренера тоже. Также во время новогодних праздников у нас будут ежедневные шоу-программы. Это будут и квесты с животными, и мыльные пузыри, и электрошоу, и шоу с любимыми героями. У нас будут стендапы. 3 стендапа мы подготовили для наших гостей 2, 5 и 7 января. Совсем скоро обязательно подпишитесь на наши социальные сети. Мы расскажем и покажем, кто будет вас радовать, кто будет смешить в эти стендап-вечера. Обязательно следите. Мы очень скоро уже откроем продажу билетов на эти мероприятия. Будем вас ждать. Также в новогодние праздники встречи с артистами, артистами цирков, балетов, караоке-вечеринки, молекулярные бары. В общем, программа у нас будет начинаться в 9 утра и заканчиваться уже за полуночь. Итак, перейдем к нашим развлечениям и активностям. Как же все-таки согреть себя в зимнее время? Как создать вокруг себя атмосферу лета, если вы очень сильно хотите на хотя бы на мгновение, на часик оказаться на Бали? Мы вас приглашаем на нашу серф-волну. Наша серф-волна – это установка специальная с 2 потоками, где одновременно могут кататься до 4 человек. Там также у нас присутствуют профессиональные тренера. Абсолютно любой гость в возрасте от 6 лет может научиться стоять на волне всего за полчаса. Сразу отвечу на самый популярный вопрос. Падать не больно. Конструкция выполнена таким образом. Конструкция, в принципе, схожа с батутами. То есть, если вы упадете, то вас просто отпружинит. Еще одна из наших интересных активностей – это бильярд и боулинг. Также у нас есть барбекю, беседки. Для тех, кто хочет провести время на свежем воздухе. Также наша прекрасная ледовая арена, она у нас круглогодичная. Как видите, вот как раз ее на фотографии, на презентации. Она имеет достаточно большой размер, стандартное поле 30 на 60 метров. У нас в прокате имеются коньки. Можно прийти просто покататься. У нас будут проходить дискотеки на льду. Можно прийти позаниматься с тренером. Мы будем устраивать соревнования по хоккею между командой гостей и командой сотрудников отеля с разными призами и подарками. Также, конечно же, одна из самых популярных фишек, забав зимних – это катание на ватрушках. Ватрушки у нас тоже есть, они уже доступны для наших гостей, уже мы гостей на ватрушках катаем, многие гости катаются с горки, многие просто берут ватрушки, чтобы катать детей по территории. Далее хочу вас познакомить еще с одной очень-очень интересной вещью, которая в этом году у нас на курорте будет впервые – это резиденция Деда Мороза. Что же это такое за чудесное место? Итак, это резиденция волшебства, как я ее называю. Там можно будет написать письмо настоящему Деду Морозу, отправить ее по почте. Мы будем устраивать катание на санях, упряжки с оленями, хаски, и даже катание на настоящем верблюде у нас будут. Повторюсь, что будут детские елки в рамках резиденции Деда Мороза, ежедневные интерактивные программы для всей семьи и для деток, знакомство с разными животными русского леса. Ну и, конечно же, сюрпризы, подарки, активности вот наших замечательных аниматоров. У нас на курорте собственная команда анимации, которая проводит все активности. Ну и еще одна, конечно же, замечательная фишка нашего курорта – это наш зукурорт, наш сафари-парк. Как я уже говорила, он у нас делится на 2 части. Первая часть – это у нас
соответственно, зоны естественного обитания животных. Это, кстати, фотографии на презентации наших прекрасных оленей, сделаны в нашем сафари-парке. Тут у нас обитают и пятнистые бэмби, как написано в презентации, и яки, и маралы, все очень контактные. Гости, когда гуляют вдоль этой зоны, они подходят, дают даже себя потрогать, фотографируются с большим удовольствием, позируют. Замечательные животные, которые приносят кучу положительных эмоций для всех гостей. Ну и, конечно же, зона, где с животными можно познакомиться, также имеется на нашем зу-курорте, сафари-парке. Там у нас живут и волчонок, прекрасный тоже, очень контактный, и лисичка, и еноты, тоже очень-очень контактные, и овечки, пони, ламы, маленькая альпака. Вот. Всех этих животных можно будет покормить. Со всеми животными можно пофотографироваться. Ну и немножко расскажу о нашем номерном фонде. Я обращаю ваше внимание, что здесь надо будет сейчас быть особенно внимательными, потому что здесь будет сокрыт ответ на вопрос, ответив на который, можно будет выиграть сертификат на посещение нашего курорта, на проживание на нашем курорте на 3 дня и 2 ночи. Итак, на территории нашего прекрасного курорта на данный момент находится 232 номера и 15 коттеджей. Общая вместимость гостевая на данный момент 650 человек. В новогодние праздники весь номерной фонд, конечно же, доступен. И дополнительно также будет открыт еще один отель с 30 номерами и еще дополнительно еще коттеджи, точнее дуплексы, прямо на берегу нашего прекрасного озера. Итак, расскажу вам чуть-чуть поподробнее про наши отели. Отели у нас разных категорий, разные названия. Обращаю ваше внимание, что вне зависимости от того, в каком отеле живут гости, инфраструктура доступна абсолютно для всех без ограничений. Абсолютно у всех гостей одинаковый набор услуг входит в проживание. На данном слайде вы видите парк-отель, его зону лифтовую рядом с ресепшеном. Здесь у нас располагаются номера категории от стандарта до номеров люкс с банями собственными внутри номера или с кухнями, в зависимости от потребностей наших гостей. Также на территории нашего курорта имеются номера категории резиденция с собственным камином, каминной красивой зоной. Ну и, конечно же, что уж говорить о наших прекрасных коттеджах, где в каждом коттедже у нас 2 спальни, кухня собственная, причем кухня полноценная, с духовым шкафом, с посудомоечной машиной, стиральной машиной есть в наших коттеджах. По поводу стоимости номеров. В обычное время, не праздничное, стоимость номеров на коттедже варьируется в будни от 30 тысяч рублей за ночь проживания, выходные от 35 тысяч за ночь проживания. Также на территории нашего курорта сейчас есть новый отель. Это апарт-отель. Он у нас совсем новенький, самый молодой. Пока на данный момент ему всего 4 месяца. И в этом году мы запускаем его первый год существования. Мы запускаем специальную акцию знакомства с этим отелем. Стоимость которого будет составлять и составляет на данный момент от 5000 рублей в будни и от 7000 рублей в выходные. И это самое дешевое предложение для наших гостей. Повторюсь, да, наверное, еще раз вернусь к Новому году, что в новогодние праздники стоимость проживания у нас с 31 декабря по 3 января начинается от 57 тысяч 100 рублей. Напоминаю вам всем, что обязательно оставляйте в своей почте
в чате, потому что для тех, кто их оставит, для агентства туроператоров, мы делаем повышенную комиссию на новогодние праздники. Поэтому обязательно не забывайте оставлять почту. Мы всем условия и предложения обязательно вышлем на почту. С учетом нового отеля, какая вместимость будет? Общая вместимость с учетом нового отеля и дополнительных коттеджей, дуплексов, которые будут построены к Новому году, вместимость будет порядка 800 человек. Мы рассчитываем на такую вместимость. Коллеги, я попросила бы вас, если есть вопросы, также пишите, пожалуйста, в чат, потому что мы уже плавно переходим к розыгрышу и к окончанию нашей презентации. Поэтому, пожалуйста, пока я буду переходить к розыгрышу, подумайте, есть ли у вас какие-то дополнительные вопросы. Я с радостью на них отвечу. Итак, я надеюсь, что вы очень внимательно слушали. Я прошу прощения. Мы регулярно проводим ознакомительные туры. Также те из вас, кто хочет попасть на ознакомительный тур, тоже оставляйте, пожалуйста, свои контакты, свои почты. Мы также вам обязательно дадим обратную связь и, соответственно, сможем с вами проговорить и рекламные туры. Ну что, друзья, давайте мы перейдем, наверное, к нашему розыгрышу. Все готовы? На счет три открываю слайд с вопросом. Раз, два, три. Итак, вопрос. Назовите стоимость самого бюджетного номера в будни и в выходные дни. Коллеги, ну, я уже вижу у нас правильный ответ, поэтому говорю стоп. Первый, кто ответил правильно полностью на наш вопрос, это была Оксана Тыльгузова, а нет, простите, извините, Светлана Волокита. Я прошу прощения, если неправильно произношу фамилию. Светлана, обязательно оставляйте свою почту. Мы вам отправим на вашу электронную почту всю информацию про наш курорт и также направим вам электронный сертификат на проживание. Приглашаем вас, ждем с нетерпением на отдых к нам на 3 дня и 2 ночи. Итак, коллеги, спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, что вам было интересно познакомиться, хоть и кратко, но все-таки с нашим курортом. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Я еще подожду буквально там секундочек, наверное, 15. И буду рада ответить, если есть какие-то вопросы. Беседка барбекю в стоимость проживания не входит. Это отдельная услуга, отдельная опция, которую можно будет уже заказать на месте. Или если гости вдруг переживают, что беседки будут заняты, это можно будет сделать заранее во время бронирования номера. Коллеги, если есть еще какие-то вопросы, рада буду ответить. Светлана, вижу, нам печатает. Давайте я еще раз открою наш слайд с рекламой новогодней ночи. Еще раз всем проговорю, что в новогоднюю ночь у нас будет выступать певица Натали и Гурам Амарян. Я прошу прощения. Итак, певица Натали и комик Гурам Амарян будут радовать наших гостей. Конечно же, на этом наша новогодняя программа не закончится. Кроме Гурама и Натали, в новогоднюю ночь наших маленьких гостей ждет пижамная вечеринка в детском клубе. Для всех взрослых также в развлекательной программе будут кавер-группы, ведущие, акробатические номера, интересные герои будут встречать наших гостей, необычные, красивые, салют, Деды Морозы и Снегурочки, ну и, конечно же, дискотека до утра. Коллеги, еще раз напоминаю про повышенные комиссии для тех, кто присутствует сегодня на нашем вебинаре. Не забывайте оставлять почту.
Рада буду ответить на вопросы, если они еще имеются. Давайте еще немножко подождем. Вдруг кто-то что-то хочет спросить и не успел. Коллеги, я вижу, что вопросов уже нет. Я благодарю вас за внимание, благодарю вас за то, что оставили свою почту. Всю информацию о нашем курорте и о повышенных комиссиях мы вышлем вам на ваши почты. Благодарю вас еще раз. Ждем вас у нас на курорте. Прекрасного вам дня и отличных наступающих выходных. Всего доброго.